настало время познакомиться с нашими участницами, узнать, чем они занимаются и увлекаются, а также почему именно они достойны украсить обложку первого женского журнала Молдовы «Акварел». Pentru că anume acesta va fi premiul mare pentru concursul de astăzi, Seniorita Aquarel 2013. Și să știți că am fost între timp în culise, am văzut, au emoții nu chiar atât de mari ca la prima probă, a doua probă să vedem cum va fi. Membrii juriului vor decide, dar și voi, nu uitați, aveți pe mese fișele de vot, trebuie să vă acordați notele pentru fata care v-a plăcut mai mult din aceste 10 și să le invităm o scenă, nu? Я для начала хочу еще раз поблагодарить наших партнеров. Генеральный партнер проекта, сеть магазинов Alina Cosmetics. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Также партнеры проекта Газ Натурал Феноса, Караоке Концерт Холл, Вилла Nowhere, Единственная минеральная вода Аква Уника, вина торговой марки Доменили Кейнарь. Ваши аплодисменты нашим замечательным и дорогим партнерам, дорогие друзья. Le mulțumim încă o dată pentru susținere partenerilor noștri și sunt sigură că fetele sunt nerăbdătoare să intre în scenă de data asta. Что ж, мы приглашаем на эту сцену первую нашу участницу, участница номер 1, Николета Федорова. Встречаем! Haideți să o aplaudăm! Baftă pentru a doua probă! Всем добрый вечер! Рассказ о себе – это одно из самых трудных вещей, которые можно сделать, но, как говорится, через тернии к звездам. Меня зовут Николета. Этой весной мне исполнилось 22 года. Родом я из прекрасного городка под названием Флеш. Это город моих воспоминаний. Я студентка, общительная девушка, хороший друг и человек, безумно любящий жизнь. Учусь на факультете географии и истории. Эти два предмета полюбились мне еще со школьной парты, потому что именно на этих уроках я предавалась мечтам. То путешествия к дальним берегам, то представляя себя в объемных костюмах былых эпох и столетий. К тому же в университете мне представилась возможность поработать с детьми. Это невероятная палитра разных личностей, у которых можно научиться терпению, радости, искренности, а самое важное – умению мечтать и верить в свою мечту. Еще одна моя страсть – музыка. Она открыла мир для меня с другой стороны, более красивой и более гармоничной. Музыка – это всемирный язык, на котором душа говорит с душою. Именно это дало мне возможность записать первую свою композицию под названием «Desert», которая стала моим первым видимым шажком в музыкальном мире. Благодаря ей я впервые услышала свой труд на волнах радио и оказалась, как мечтала в детстве, в телевизоре. Журнал «Акварель» подарил мне возможность удостовериться, что чудеса случаются каждый день. Нужно лишь изменить свое понимание чуда. Верьте в чудеса, и они непременно появятся в вашей жизни. Спасибо вам большое. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Прямо сейчас оценки для Николеты Федоровой. Просим. Notele pentru prima participantă în concursul Seniorita Aquarel. A doua probă, 5, 5, 5, 5, 4, 6, 5. Отличные оценки, ваши аплодисменты. Ну а мы уже ждем на этой сцене следующую участницу. Următoarea participantă cu numărul 2 în concurs, Olga Roșu. Prezentarea. Buenas tardes, señores. Bună seara, doamnelor și domnilor. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Ольга Рошу, мне 16 лет. Я являюсь ученицей лицея имени Николая Йорги. Отдаю предпочтение точным наукам, так как они развивают логику, мышление и умение нестандартно мыслить. В школьной самодеятельности всегда принимал активное участие, и моим увлечением стала музыка, которая постепенно переросло в мое основное занятие, и на сегодняшний день я занимаюсь им профессионально. Свои первые профессиональные шаги я сделала тогда, когда записала свою первую сольную песню «Do you beat it?». Но по-настоящему твой талант будет оценен тогда, когда тебя узнают и приглашают на концерты и телевидение. Талантливыми людьми не рождаются, ими становятся, благодаря старанию, трудолюбию и упорству. И тогда, когда судьба тебя сводит с талантливыми и творческими людьми. Прошлый год стал для меня удачным и успешным. Я участвовала во многих проектах, как «Леди Молдова 2012», «Плая Дистели», «Афтершоу», «Виктория» и занимала призовые места.
Журнал «Акварель» каждый год проводит разные конкурсы, которые позволяют раскрывать новые имена и таланты. Сегодняшний вечер – это дополнительный бонус для того, чтобы твоя популярность стала более значимой. Я надеюсь, что мое желание и целеустремленность не оставят вас равнодушными. Ну а я желаю вам приятного и незабываемого вечера. Спасибо большое. Muchas gracias. Ваши аплодисменты, Ольга, хорошего. И мы сейчас ждем оценки для Ольги. Muy bonita, așa zice noi, să vedem ce zice juriul. Așa, notele. 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5. Olga Roșu. Urmează și participanta cu numărul 3 în concurs și o întâmpinăm, bineînțeles, cu aplauze, Olga Savinkova. Merită încurajată, nu? Меня зовут Оля Савинкова. Мне 18 лет. Я учусь в детском лицее имени Герцля в выпускном классе. 9 лет я прозанималась танцами, как народными, так и современными. Со временем я почувствовала тягу к пению, после чего начала этим заниматься. Поначалу я очень боялась выступать на людях, но со временем я поняла, что зрители — это невероятный источник энергии. Самые незабываемые впечатления у меня после выступлений в детских домах, где детские слезы смешиваются с их же улыбками и аплодисментами. Своим же кумиром я считаю Уитни Хьюстон. Я хочу научиться так же, как и она, передавать свои чувства посредством песни. Я участвовала во многих конкурсах, таких как «Звезда Элата», «Блайд Эстерик» заняла второе место, «Автершоу». А также я ездила на конкурс израильской песни в Киеве и заняла третье место. Каждая девочка мечтает попасть на обложку знаменитого журнала. Поэтому я решила попробовать себя в конкурсе «Синьорита Акварель», чтобы доказать самой себе, что я этого достойна. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Ольга Савинкова, журюль, нотеле, ворог, пендру презентаре. Patru, 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 cinci. Ваши аплодисменты, спасибо. Спасибо, движемся дальше. Mergem mai departe cu numărul 4, un concurs Adela Prisăcari. Se pregătește. Встречаем бурными аплодисментами, на этот раз без усов. Hola amigos, cum están? Numele meu este Adela, am 21 de ani și sunt studenta SEM, Facultatea Business și Administrarea Afacerilor, anul 3. De la cea mai fragedă vârstă eram pasionată de muzică și am încercat să-mi dezvolt această latură pe parcurs. Am cântat atât solo cât și cu formația Dispersia timp de 5 ani de zile. Am participat la diverse concursuri, cum ar fi Ploaia de Stele, O viață nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viață, unde am luat locuri de frunte. Am avut chiar și ocazia să mă filmez într-un mini-film indian. După absolvirea liceului, am finisat școala de modele Fast Fashion, care a fost primul pas în domeniul modelingului. Am participat la concursul Miss ASEM, viitoarea femeie de afaceri, după care a urmat Miss Universitate și FEA, Regina Ringului, unde am rămas cu niște impresii foarte frumoase. Am participat și ca fotomodel la diverse proiecte foto, chiar și am avut onoarea să apar pe paginile revistei Aquarel, fapt cu care mă mândresc. Iubesc călătoriile și tot ceea ce e nou, deci vara am activat ca ghid turistic în Bodrum, unde am văzut locuri istorice, parcuri naturale, locuri de o frumusețe inedită. Încă de la cea mai fragedă vârstă eram pasionată de limba spaniolă pe care am învățat-o din telenovele. Și aș vrea foarte mult să vizitez Spania, aș vrea să văd Barcelona, Madridul, la Playa de Spania, Sagrada Familia și sper că curând visul meu se va îndeplini. Visez să devin seniorita Aquarel și aș vrea foarte mult ca visul meu să se îndeplinească. Încă de la cea mai fragedă vârstă doream să fiu pe coperta Aquarel. Gracias por su atención! Ciao, amigos! Cu siguranță că Adela Prisăcari stai puțin alături de noi, că urmează și notele juriului. Cu siguranță că îți dorești să ajungi nu doar în paginile reviste, dar și pe copertă, marele premiu din această seară, să vedem notele juriului. 6, 5, 4, 6, 6, 6, 6. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc pentru ușința pe numărul 4, Adela Prisăcari. Urmează participanta cu numărul 5, Anastasia Iovu. Встречаем, dragi друзья! Добрый вечер,
Дамы и господа, меня зовут Анастасия, мне 18 лет. Я учусь в Международном институте менеджмента на факультете бизнеса и управления. С ранних лет увлекаюсь рисованием. Ходила в художественную школу имени Щусева. 8 лет учу французский язык. В 16 стала гидом-переводчиком Международной благотворительной ассоциации «Ван Дест», где познакомилась с очень хорошими людьми. Во всех моих начинаниях меня поддерживают мои друзья и моя семья, в особенности моя мама. Она мой самый лучший друг, та, кто всегда поддержит и поймет меня. А еще одно мое увлечение – это хендмейд. Под Новый год люблю делать разные поделки своими руками, особенно елочные игрушки. В 12 классе вместе с классом мы снимали фильм на тему «Авиация на косанемик», «Немик на малорязок авиации» и заняли второе место. А еще я с 13 лет пишу стихи. На этом меня вдохновляли такие поэты, как Именеску, Есенин, Цветаева или Пушкин. Вы знаете, для меня очень важно, чтобы люди поняли, что для того, чтобы писать и читать стихи, нужен такой же талант, как для того, чтобы петь или танцевать. Конкурс «Невероятный акварел» дает мне шанс раскрыться и показать свои стихи, которые я, в принципе, еще никогда и никому не читала. Спасибо вам и хорошего всем вечера. Știți, îți mulțumim pentru sinceritate. Semn la caracter cu o femeie din Spania, de exemplu, nu? Давайте же скорее посмотрим на оценки для Анастасии. 3, 4, 5, 4, 5, 4, 6. Vă mulțumim. Așa mulțumim, mulțumim Anastasia Iovă, участница под номером 5. Mergem mai departe. Да, действительно, движемся дальше и ждем на сцене участницу под номером 6, Диана Брискан. Встречаем. Бурными аплодисментами. Merită și Diana aplauzele dumneavoastră pentru că are emoții. Bună seara, mă numesc Brescan Diana, am 17 ani și sunt elevă la Liceul Moldotur din Chișinău. Activitățile mele preferate sunt dansul, actoria și sportul, dar muzica rămâne a fi activitatea mea de bază și de suflet. Mi-am început cariera muzicală la vârsta de 11 ani, participând la numeroase festivale naționale și internaționale, cum ar fi Cerbul de Aur Junior, România, Premiul 1, Mamaia Copiilor, Două Inimi Gemene în memoria lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, unde am luat Premiul 1 și multe altele. Am participat în două proiecte mari, cum ar fi Eurovision, în cadrul formației Glam Girls, unde ne-am plasat pe locul 3 după votul telespectatorilor, și acum Moldova Are Talent, unde am reușit să obțin 3 de da și să mă clasific în semifinalele concursului. Am reușit să înregistrez și câteva piese proprii, cum ar fi Un copil trist, Dora Mar, I'm not ready for love, Undeva. Sunt în colaborare cu Valentin Bogdan, Viorel Burlacu și Eugen Doiban. Aș vrea foarte mult să fiu pe coperta a cele mai bune reviste din Moldova, Aquarel, și vă voi demonstra că așa va fi. Vă mulțumesc mult! Multă baftă, Diana, în concurs! Să vedem notele juriului pentru Diana Brescan, participanta cu numărul 6. Așa, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6. Великолепные оценки. Еще раз аплодируем Диане Брескан. Și să o admirăm în continuare pe participanta cu numărul 7 în concursul Seniorita Aquarel, Cristina Rotaru. Strișeam! Are și recuzită, fiți atenți! Здравствуйте! Меня зовут Кристина Ротару, и мне 26 лет. Я окончила Молдавскую экономическую академию, и у меня два высших образования. Это бухгалтерский учет и специалист по рекламе и пиару. Но я всегда любила музыку, и поэтому, долго не задумываясь, сразу после защиты диплома, поступила в музыкальную школу имени Полякова. Учусь уже 3-й год у замечательного преподавателя Вдовиченко Валерия Семеновича по классу академического вокала. Я целеустремленная, люблю ставить перед собой цель и идти на пути достижения желаемого. Я открытая, жизнерадостная, доброжелательная и мечтательная. Я люблю путешествовать и узнавать что-то новое. Я считаю, что красота души намного важнее красоты внешней, а умение прийти на помощь в трудную минуту очень ценно. Поэтому с недавнего времени я начала участвовать в благотворительных акциях, таких как Christmas Charity, с такими организациями, как Дебра Молдова и Добрая Молдавия. К тому же у меня есть хобби, и вместе с мамой мы производим вот таких вот сувенирных куколок из фарфора. Сегодня со мной Донна Мария, и я надеюсь, что она станет моим талисманом сегодняшним вечером, и я смогу обрести титул синьорита акварель.
Să vedem dacă talismanul te va ajuta sau nu.